Сегодня на полях спорткомплекса прошла тренировка участников очередного матча Лиги чемпионов. Завтра на малой арене «Шериф» встретится с «Алашкертом» из Еревана. Тираспольчане создали солидный задел, победив в гостях, и уже завтра могут гарантировать выход в групповую стадию одного из трех еврокубковых турниров. Армянские соперники исторически самые удобные для «Шерифа». Желто-черные провели с клубами из Армении 7 матчей, выиграли 6, 1 свели в ничью и ни разу не пропустили. Сейчас команда намного сильнее, чем было. Будет интересно «Шерифу» по зубам пройти и «Цервену», и «Кайрат». Виктор Камленок был в составе «Шерифа», когда ровно 20 лет назад он дебютировал в Лиге чемпионов. Тогда соперником тоже был клуб из Еревана «Аракс». «Шериф» одержал две победы: 1-0 в гостях, 2-0 дома. Тогда еще играли на Тираспольском городском стадионе. Было очень хорошее время, ходили люди, помню, был полный стадион. Но я думаю, что в ответной игре тоже 2-0 наши выиграют, как минимум. В центре внимания сейчас приднестровский армянин, гимнаст Артур Далаваян. Его корни на Кавказе, а родился он у нас. Вчера Артур стал олимпийским чемпионом. За него болели и в Приднестровье, и в России, и в Армении. Похожая биография у бывшего игрока тираспольского «Шерифа» Артема Хачатурова. Он родился в Бендерах, выступал за сборную Армении. По словам игрока, на его исторической родине футбол снова набирает силу, как раньше, в советское время. Но «Шериф» все равно сильнее «Алашкерта» и пройдет в следующий этап. Сейчас вот есть 6-7 команд с хорошими бюджетами. Все стабильно, все вовремя, хорошие премиальные. Сейчас армянский футбол на подъеме. Я думаю, молдавский наоборот, похуже. Но в Армении нет такой команды, как «Шериф», с такой инфраструктурой, с такой историей, с такими амбициями, с такими финансами. Хачатуров вошел в историю тираспольского «Шерифа» в 2010-м. Именно его точный удар в серии пенальти с «Динамо» из Загреба вывел желто-черных в плей-офф Лиги чемпионов. Затем было выступление в группе Лиги Европы. Футболист уверен, нынешняя команда как минимум повторит этот результат. Хорошая команда подобралась, тренер достаточно хороший, да. Лува вернулся, все любят Луву. Лува супер футболист, очень качественный, сильный. Но мне кажется, от этой команды я жду минимум группы Лиги Европы. Вот, наверное, это реальная цель. Зарубежные болельщики из-за ковид-ограничений на матчи этой стадии приезжать не могут, но конкуренция у тираспольских фанатов будет. На стадион едва ли не в полном составе придет армянская диаспора Приднестровья. Для нас это большое событие. Всегда любая команда, которая приезжает с Армении. Завтра на матч я приеду со своей семьей полностью. Также будут находиться все друзья, которые проживают в Приднестровье. Все армянские общины, можно сказать. То есть будем болеть за свои команды, также одновременно, конечно, и за «Шериф». В Ереване «Шериф» победил 1-0, поэтому завтра хватит и ничьей. И тогда в Тирасполе обязательно будет европейская футбольная осень. Положительный результат гарантирует выход в группу нового турнира Лиги конференций, но будет возможность побороться и за Лигу Европы, и за Лигу чемпионов. Владислав Лукаш, Максим Кирязов, ТСВ.